Настоящий вездеход, чтобы ездить по песку. Рядом небольшой складной. Он выдерживает взрослого человека, при этом легко помещается в багажнике автомобиля и не занимает много места в квартире-студии. Такой товар не для массового покупателя, но здесь есть и такая техника, причем по весьма приемлемой цене. Люди забыли о том, что на рынке всегда дешевле. По выгодной цене можно взять спортивные велосипеды. В районе 10-11 тысяч, где будут, к примеру, даже и дисковые тормоза, и стальная рама, и алюминиевая рама. То есть в эту стоимость можно войти. Целый ряд с велосипедами на все вкусы и для любого возраста. Кроме того, здесь есть место, чтобы попробовать технику на ходу, а это помогает приобрести только то, что необходимо, не потратив лишних денег. Если человек не сел на велосипед и не прокатился на нем, он в принципе не может понять никакие вот эти схемы, ростовки. Потому что у кого-то ноги выше, у кого-то руки длиннее, допустим. И даже бывает красивый велосипед, кажется, что он твой, садишься ехать, он тебе не подходит в принципе. Садишься на обычный, и он твой. Вот и все. На тот случай, если велосипед уже есть, но он сломался, что тоже бывает, выбор запасных частей. Здесь же их установят или выполнят сложный ремонт. Продавцы отмечают, что после некоторого затишья, связанного с общей экономической ситуацией, покупатель вновь появился, но уже такой, что взвешивает потребности и умеет считать деньги. А торг на рынке всегда уместен.